В зале городского управления образования подвели итоги конкурса «Самый классный классный» муниципального этапа среди классных руководителей общеобразовательных школ Хасавюрта. Конкурс стал традиционный, реализуемый на основании приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан. Призван содействовать совершенствованию воспитательной работы, развитию творческого потенциала классного руководителя, повышению его престижа. В этом году за почетное звание «Самый классный классный» соревновались педагоги 17 школ города. Все новое, хорошее, инновационное должно быть внедрено в вашей работе, ваш непосредственный педагогический опыт должен быть основан на этих. Сегодня нету тех вариантов, которые были 5 лет назад, даже 3 года назад. Наш уровень, вы знаете, мы 9 лет держим первое место в республике по 21 показателю. Конкурс состоял из двух туров. Первый носил название «Я и мой класс», и второй – «Защита программы деятельности классного руководителя». В итоге победителями городского этапа конкурса «Самый классный классный» стали педагоги гимназии номер 3 Асиат Махмудова и Гульфиза Рамазанова, школа номер 11. Самое главное для меня в этой профессии – это возможность самореализоваться, потому что для нас сегодня открыты широкие горизонты, вообще возможности вот раскрываются на разных уровнях. Да, сегодня мы идем в ногу со временем. Конечно же, первое место, оно уже обязывает. Конечно же, это очень приятно, но, с другой стороны, очень страшно, чтобы не подвести школу и выступить на уровне. Вторыми стали педагоги Шамсия Тасхабова, школа номер 15, Гузель Гамидова, гимназия номер 2 и Саида Богатова, гимназия номер 3. Третье место присудили Маке Латиповой, учителю гимназии номер 2, Патимат Уламбековой, учителю школы номер 8, Патимат Аслан Мирзаевой, школа номер 16 и Татьяне Фроловой, учителю Хасавюртовского многопрофильного лицея. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».